20 июня свою работу начала приемная комиссия Казанского федерального университета. В этом году она впервые располагается в двух местах по привычному адресу Кремлевская, 35, а также в культурно-спортивном комплексе «Уникс». В прошлом году мы столкнулись с тем, что достаточно серьезные были очереди у нас договорного отдела, компьютерный класс, когда у нас приемная комиссия располагалась только во втором учебном корпусе Кремлевской, 35. И это снимет ажиотаж очереди и позволит в комфортных условиях, в течение 2 часов абитуриенту пройти всю полностью процедуру. В этом году повысили баллы победителям и призерам олимпиад, проводимых в Казанском университете и конференции имени Лобачевского, а также индивидуальные баллы победителям и призерам IT-школы Samsung. Активная работа ведет и по привлечению иностранных абитуриентов. В этом году планируется принять около 2000 человек на все формы подготовки. Была проведена колоссальная работа в течение всего учебного года. Наши представители выезжали в страны СНГ, проводили там профориентационные мероприятия, проводили, предварительные отборочные испытания, по результатам которых сегодняшний день позволяет нам сделать вывод о том, что где-то 3500 абитуриентов из стран СНГ изъявили желание поступить к нам. Наплыв абитуриентов ожидается в начале июля. Аттестаты школьникам начнут выдавать в конце июня, в начале июля. И вот после того, когда первые аттестаты будут получены, после 7 июля здесь будет первая волна ажиотажа. То есть те, кто ждал аттестат, получил, скорее побежал сюда подавать документы. С 12 по 26 июля начинаются внутренние вступительные экзамены в Казанском университете. В этот период также ожидается большое количество абитуриентов. В прошлом году средний балл ЕГЭ составлял 77,4. В этом году планируется поднять его до 77,8. Средний балл ЕГЭ рассчитывается по бюджетному приему, а количество бюджетных мест у нас несколько сократилось по ряду направлений и специальностей. Поэтому, соответственно, те, кто пройдут отбор, их баллы будут выше. В этом году план приема в КФУ составляет 12 773 абитуриента, на бюджетную форму 5 392 человека. Пока свои аттестаты и баллы ЕГЭ не получили выпускники, свои вопросы приемной комиссии задают школьники 10 классов. Дамир Гафуров приехал специально, чтобы узнать, какие требуются предметы для поступления, к чему готовиться. Я хочу стать учителем физики и дарить знания другим ученикам. У меня в семье почти все педагоги, и мне было бы приятно стать таким же. Я пришел сюда, чтобы понять, какие предметы мне нужно задавать, чтобы стать учителем. И в следующем году уже перейду сюда, на этот факультет. Приемная комиссия будет работать с понедельника по пятницу с 8:30 и до 17:00. Казанский федеральный ждет абитуриентов. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.